Доброго дня, дорогие мои. Ну вот на обед у меня борщ со сметаной. Я вот отдельно вот так закладываю то, что жиже. Мясо вот сюда. Сметанка вот такая, каймак турецкий. Это каймак, это и есть сметана. Видите, ложка стоит. Вот аж. Аж его еле выбираешь. Чеснок, видите, нарезаю мелко. И вот так вот со сметаной. Вот. И сверху, помимо этого, я вот так лимончик. Вот она. Лимончик такой, лимонный сок такой. Вот. А мясо отдельно вот так подаю. Вот. Ну, естественно, рыбка должна присутствовать на столе. Салат из помидор нарезаю, розовый помидор, хлебушек. Ну вот и все. Вот такой скромненький обед. Сегодня у меня четверг, рыбный день. Вот, борщ. Вот так. Суперский борщ получилось. Так что всем приятного аппетита. Хорошего дня, дорогие мои. Пусть у вас каждый день стол будет таким. Вот. Здоровье. Самое главное здоровье. А все остальное чепуха. Все будет хорошо. Всех вам благ и доброго дня. Пока-пока.